Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Аргакон, а это Арганиани в Тамриэле. Прошлую серию я записывал, но она нифига там, половина не записалась, половина... Короче, ее нету. Не получилось ее записать. У меня тут я захватил половину Аргонии. Вот эта территория наша была, вот эту вроде бы наша, не помню. Сейчас гляну, сейчас так. Нет, вроде не захватывал вот эту. Вот эту территорию я захватил, вот это захватил. Все это было моим. Чтобы вот это стало все моим. Но у меня неожиданно, к сожалению, я почти выиграл вот эту войну. Но нежданчик у меня, она заболела раком и померла. К сожалению, вот так как-то получилось. И теперь у меня тут разделилось немножко. Территория между братьями и сестрами. Кстати, вот этот брак я зря сделал, межрасовый. Вот так как, оказывается, арганянину и эльфу нельзя быть. Рожать детей, так что вот так это будет. Но зато этот брак мне поможет захватить дом Редоран. Помочь он в войне, когда я после того, как захочу Аргонию, в войне с Моровиндом или же со Скайрим, он мне поможет. Ну и с Сирадилом. С какой-нибудь из войн мне поможет, если я заключу альянс. А если этот еще второй сын их не станет наследником, тогда вообще топово будет. Но пока что вот так как-то. Так, создать альянс нельзя сейчас? Нет, увы. Ладно, продолжим. Так, титулы, все это. А чё ж... А, с технологическим я еще даже не решал, что мне надо. Надо сейчас подумать, что мне больше надо. Сейчас законы поставлю. Тут косарь 390 войска. Было косарь потерял. Было 2 тысячи войска. Офигеть. Еще и расколотый утес от нас отвалился. Это вообще печаль. Да уж, вот эта смерть реально была неожиданно от рака. Я там заболела. Я еще попытался вылечиться. Вот этот тот меня вроде лечить пытался. Сейчас гляну. Да, вот, Чуна меня лечить попытался. И нифига. Самые худшие лечения давал бы. Это капец. Из-за него я еще быстрее помер. Эх, так, лекарь-то у меня есть или нету? Вроде нет. Нету, значит правильно. Надо вызывать, нанять лекаря. Кстати, как у вас там? С погодкой? А? У нас уже снег выпал. Он лежит на дне. Не такой сильный, но есть. Из города Белтауэр прибыл гонец. Он сообщает о враче гуманоид. Студиозусе по имени Бекатан. Недавно ей удалось спасти жизнь одной из дочерей местного важного торговца, и та вовремя лечения потеряла только один глаз. Увидеть ее поступить к вам на службу будет очень легко. Нет, это не тот. Но хотя молодая и маг, к тому же целитель. Но то, что вот образованность маленькая, это плохо. Хотя ладно. Сойдет. Всяко лучше будет лечить, чем тот. Образованность, как я понял, тут особо уже не влияет. А вот мне, пожалуй, надо присоединиться к гильдии. Магов, конечно. И надо кого-нибудь соблазнить. Так. Да хотя бы тех же агатов. Анти, так. Вы хорошо ко мне относитесь? Неплохо, неплохо. Тогда вы померли. 30. Ну, далеко. Давай тебя соблазним. Мне нужны наследники. Ну, пофиг, давай будет любить морщины. Мне главное, чтобы
она забеременела и пофиг от кого. Ашлен гильдии магов. Так, больше вариантов. Ночной клинок можно. Или же целитель. Нет, мы хотим... Хотя ночной клинок это полезно. Магический клинок, кстати, тоже. У меня тут где-то был магический клинок. Сейчас гляну, что лучше. Магический клинок или боевой маг. Так. По всех землях. Образованность. Так. Давайте пропускаем Дейдра. Так, вот манимарка тоже есть. Нету пока что нет. Как он висит-то? Когда эту штуку листаешь со всеми персонажами. Ну и где, чё? Ну, а реально действительно что ли такие редкие навыки стали? О, рак. Раком болеют люди. Или я невнимательно вижу, но вроде бы как нету этих навыков. Почему? Это ж маги. Более сильные. А короче, пофиг. Будем... Магический клинок. Так, небольшое недомогание, управление хищником. Оно, в принципе... Управление у нас плохое, да? Так, я так просто не сдамся. Не сдавайся, дружище. Казармы Айлитских Стражей. Чё дает ополчение так? Да, строй, пофиг. Дорого, но построено. Сколько у нас доход? 47 монет всего, это мало. Так, надо искать кого-нибудь при дворе. Двор. Что же скажет? Хеллстром в последнее время переживает нескончаемый налет пиратов вдоль побережья. Хуже того, что поговорили о тридоранских агентах. Ну-ка. Что скажут тридоранцы? Так, 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 так. Ты. Какое облегчение. Я решительно осуждаю пиратов и так. Он на голову. Не. После уже престижа чуть-чуть потеряю, но даже их союзник Богдан вообще терять не собирает. Так, какой за хороший навык? Я-то вот ты. Хотя вот ты лучше. Ты маг. Ты пофиг. Что голубой. Хотя и за это. Я... Давайте глянем, кто тут по трейтам лучше. Вот ловкий хороший, есть храбрый. Вот, но он старый, слишком старый. Вот 26. Этот не очень по навыкам. Этот. Нет. Этот больной. К сожалению. Так, этот. Извиняюсь. Так. Нет, по должностям. Иллюстратор есть. А нет, мы по-другому сейчас подействуем. Найти персонажей. По возрасту сейчас глянем. Ага. Это все, кто у меня есть, оказывается. Мало у нас народу в наших землях. Так. Нет, надо вот совершеннолетних уже брать. Так, это женщина. Походу, это тоже женщина. Ладно, так не пойдет. А, блин. Найти персонажа в надо. Дрикус. Запомни, давай Дрикуса. Давай двор обычим. На дворе еще у нас меньше людей.
Только ты. Ну давай. Почему нельзя соблазнить? Свои. Согласен. Ладно. Будем ждать. Если вот так сделать. Вот, солить так. Хотя нет. А ну, в принципе, строитель. Нет, пусть будет вот эти. Соблазни его. Он того стоит. Нам нужен наследник. Ну, хоть мы и без наследника можем брату все передать, но я не хочу, я хочу нового наследника. Не пофиг, кого именно. Что ж, так тому и быть. Ладно. Кто там следующий у нас? Так, давай. А, это не тот. Это не пойдет. Давайте пофиг с Ризой. Да, блин, паузу убери. Ты будешь мол. В каждом переводчике есть ошибки перевода небольшие. Так. Никогда не общаемся. Враг. Ну, в принципе. Давай вот так вот. Мы же враги стали? Да, отлично. Отличненько. Ну давай. Что у нас там по событиям? Во, а нет, это не то. Мое оружие это магия, ее волшебство. Это оружие. Я магический клинок. Ну, в принципе, да, то, что мне надо было. Кстати, а боевой жмак, вот мы. Да, тут только магический клинок лучший. Не сдавайся, бро, не сдавайся. Сколько нам лет-то? 23 там. У нас нет наследников и не будет. Поэтому нам нужно всеми силами пытаться их завести. Сейчас заведем, не беспокойся. Хотя из-за этого. А, точно. А если развестись нажать, то это что будет? Огонь нападения и расторг. Ладно, придется развестись. Хотя можно ж принять сироту, да? Нет, нельзя. Ладно, с этим разведемся, хоть потеряем этих. Престижа столько, офигеть. У нас зато другие есть помолвки. Тогда развелся, знаю. Зато у нас будут наследники. Нам 23, вот этого за 32 возьмем. В принципе, неплохой такой. Вот это, конечно, лучше с 40-м, но... Давай тебя возьмем. Хотя, может, здесь кто-нибудь получше у вас есть, кто получше. Заключить брак и я на матрилинейном мосте. Ух ты, молодые такие есть, ребята. Вот это идеально подошел, но возраст. Так. Это трус. Трус мне не нужен, вот это тогда больше подходит. Не хочешь? Ну, а нафиг ты мне его выдал. Ну и ладно. Заключим брак у себя. Матерней. Вот ты сам молодой. Ну, пофиг, еще 200 престижа. Ладно. Зато у нас будут наследники. Какой межрасовый брак? Он должен уже уйти. Пробел. Во, отлично.
Жра свой брак ушел. Так. Теперь сидим, набираем войско в этой серии. Так, чего? Я отрезаю так. Высокомерный или скромный? Мне нечего стыдиться, будем высокомерный. Престиж дает. А престиж мне нужен. Так. Что бы дальше сделать? Я знаю, я по идее буду захватывать. Вот у вас надо сейчас захватить. Сколько у нас войск? 1300 у вас. Да, в любом случае захвачу. 845 здесь. Оставим максимум. Так, ты что, типа наш наследник? Ладно. Вот вас тогда. Вы тоже не наши родственники. Объявить войну. Так. Какие у нас вот эти? А, город наследника, отлично. Давайте второго брата попытаемся заполнить. Кузея. Мало ли получится. Так, нет, в этой серии войны, походу, не будет. Да. Дегустатор, ты. Хмелева, ты. Так, я так просто не дам, дружище. Ты полководец, еще один полководец нам нужен. Так, отлично. Так. Советники. Больше нечем. О, мы просто пройдем, немного даем. Отлично. Признаться в любви давайте. Что ж, так тому и быть. Дает. Ну, блин. Это сестра, это... Две сестры еще есть? И два брата. А, прикольно. Так, Агатов. Может на дом Дрейс напасть? Вряд ли я выставлю против данных, но если... Они-то отделились от храма трибунала. Поэтому вот, не знаю, факты. Они нападения у них только есть. Альянс у них нет. Ну, не подвисай. Отлично. Освободиться отечественников. Ха, война за освобождение. Сделать. Нет, но вы пока слишком сильные, я думаю, будете, поэтому надо мне для начала объединить вот эту хрень под названием Арагония. Или Чернотопия для кого как. Так, ладно, походу от наследника отказаться надо или нет. Не знаю даже. Но война мне нужна. Отлично, у нас еще 300 воинов есть. Вы что, я чу на зеленого источника. Прикольно, сюзерен моего брата. Вот этого, да? Или... Ты у сестры, а сестра у меня. Ну, более-менее понятно, нормально. Так. Вот. А, это наш. Действительно, вряд ли. Ну и ладно. Нам нужны вы. Дань. Дань платить будете. Иначе никак. Война так война, ребят. Ага, пока они соберутся, я уже успею гильдии все дела закончить, ну чё. О. Как соберутся, там будет у нас война. Эти 28 человек разъебошат сейчас. Так, как с остальными? Когда они придут-то? 25-го первого. Первого?
3-го, 24-го, 3-го, 2-го, 3-го. Ха-ха, так резко остановились. Боятся меня, боятся. Все, ребят, ваши 1100 против наших 1600 ничто. Ух ты, там грабит нас еще. Ну пусть грабит. Ну что, интересный народ такие. Органиали. Охоту. Так, отлично. И осаждаем замок теперь. По тихой грусти. Флота у нас никого. По гвардии тоже никого. Мне это нравится. Чистолюбивый сокольничий, отлично. Орден. У нас орден. Нифига. Я не знал. Извиняюсь. Так. Завершить работу в гильдии. Надо, нет, нет. Пока что не надо. Пока все. Тики-пуки. Рейдинга-то у нас нету, это хорошо. Вот война у нас есть. И осаждаем. Многовато, далековато поставили вот эту фигню. Хотя если вот это поселить, да. А, ну тогда нормально. Вот долго будет. Давайте вы побыстрее ко мне придете. А то я осаждать не намерен долго. Я хочу быстро войну выиграть. Так, по религии, что у нас вообще есть? Законы лучше, глянем. Первородство, сколько? Мир и срок правления более 10 лет. А сколько мы правим? Шестнадцатый год получили вроде это. Да, 516-й. Мы получили его. Да, 516 мы получили. Я сокольнич. Отлично. Будем сокольничем. Ну, в принципе, в 26-м году теперь только закон поменяем, отлично. Так, по стране нам что делать? Для отдела титулов нам нужен легализм. Значит, легализм улучшим. А, можно их централизованно сделать. Ну, пока что она мне не нужна. Поэтому вот так. Блин. Стоп. Кто там противник? Военный вождь. Ты против? Так как мы перейдем? Ладно, вот так вот сделаем сейчас мой совет. И так проще посмотрим. Ты у нас гиль. Гиль за. Гиль против. А если гиль против, то значит... Нельзя. А, это... Stoneways. Риза. Так. Риза у нас за кого? Риза тоже против нас, значит, где у нас Риза? Вот, управляющий, так. Тебя заручаемся. Блин. Да и ладно, походу, надо было раньше посоглянуть это, но я не глянул. Так. Я знаю, что отклонил. А, нет, что-то это не радует, то, что на них повысилось оно, от того, что я по атаку пошел. Триста воинов потерял зря. Зря. Я нажал эту кнопочку. Орден. Но он за золото содержится. Но хотя 500 воинов не так уж и мало. А они как раз вроде веры, то кто? Должны помочь. Хотя пока они дойдут. Узурпируют титул, молодцы. Узурпируют только у друга титула. Тут восстание у них поднялось, нифига. Прогресс. Да, ну я бы уже в этой серии, если бы она раком не заболела, уже бы стал правителем Аргонии.
построить, завоевать, потерять. Что-то мне вообще не везет в прохождениях никак. Так, отлично. 174 воина. Давайте разгромим вас. Когда мы там придем? 8-5. Долго идете? А ускорять неохота, хочется. Подвисать слегка местами будет. Так, окей. Отличненько. Давайте вот сюда. Да зачем? Там мы почти победили, сейчас они сами захватят и все. Мы сюда. Что, вы там скоро? Ну, в принципе, у нас есть шанс захватить быстрее, хотя вряд ли. Но все равно. Есть шанс. На искусственный интеллект я полагаться не стану для победы. Это глупо будет. Хотя иногда он может тащить. Как, например, с моим предыдущим правителем. Это кто? Прелюбодейка. Эх ты. Не гоже так делать. Кто быстрее, вы или я? Вы или я? Конечно, вы. Но все равно. Вдруг вы там для себя захватываете, а не для меня. Поэтому я не буду так. Потом еще вас захватим. Редмана тоже захватим. Черный лес сколько у вас? У вас косарь 400, у Редмана 700. Ну плюс еще то, что ихние войска, сколько у вас войск, у вас, ну, примерно косарь, да, будет. Ну, я же говорю, а нет. А где? Они что, осаждать перестали? По какой-то причине. А хотя у нас, мы даже быстрее можем захватить. На удивление. Так, 1502, так, ага. О, еще у нас косарь где-то. Откуда пришел, откуда? Так, и размер средний зал. Это фортификация нам нужна. Значит, фортификацию повышаем. Отличненько. 248 монет, так многовато, но... Штормхолл будет моей столицей, пофиг. Отлично, 100% победа. Предлагаю мир. Да? Отлично, все. Уходим, валим отсюда, в наши земли. Так. Сейчас мы тут закончим со всем этим. Давай. Отлично, все, всех распустили. Сколько нам платит Данин? 4 монеты всего лишь, мало. Берем вам, объявляем войну. Сделать данником. Вам войну объявляем тоже, сделать данником. Вы будете нам дань платить. Ну а что произойдет дальше, мы узнаем уже в следующей серии. Так вот. Неожиданно. Все вот это сейчас войско соберу. И продолжу в следующей серии. Хотя даже и войско в этой серии не буду собирать, наверное. Ну что ж. Отвечаю, молодец. Ну, не так много пока что, но сейчас главное. Собирайся, войско. А там уже и победа будет. У нас почему-то магический клинок не выпадает уже. А он не понадобится. И наследник. Почему у меня не растет наследник? Ладно. Родитель, отец. Так. Собираем войско. И интригующе заканчиваем войну. Конечно, я думаю, это будет уже понятно, что я выиграю против них. Давайте станем друзьями, Амалф. Да. Но все равно. Хотя, у них зато уже 1946. А нас 1267. Ну, с этим 1844 будет. Но кто его знает? Кто его знает? Какие будут последствия?
И давай. У них еще и восстание. Неожиданно, если они так все. А что будет в следующей серии, мы узнаем потом. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.